Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands, да, про сиквел. Так, мы куда-то попали на какую-то станцию. Мы выполняли в прошлой серии дохерища доп-миссий. Так. Что-то у меня долго уже прокачка начинается. Хотя дохера этих сдал. А, почти повысили. Какие-то куски мяса, либо что-то типа того, какие-то звуки странные. Да, смотри под ноги, все, это... Зараженный. Да тише, тише. Один выстрел в жбан. Блин, у них еще защита от одного попадания в голову. Мне лучше пистолет юзать. Так, что-то вот это... А где хикбокс твой? Я что-то в голову даже не попадаю. Странно, странно, странно. Это были зараженные рабочие, зовут их пузырями. Впрочем, неважно, жуткие твари обожают жрать людей. Держись от них подальше. Понятное дело, что буду держаться от них подальше. Ага. Так они вражеские, я вижу. Отлично. Здесь у нас нету гравитации. Ох ты ж я. Так я тогда буду пролетать все это дело. Вот таким вот образом. Ладно. Так. Отхил не идет. Япон. Продать, 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 продать. Продать. Вот, продать, да. Отлично. Добро пожаловать в ремонтничный отсек. Центральный комплекс занят Долбом, но это единственный открытый путь к Ай. Я отмечу вход для тебя на карте. Будь осторожен, воздуха здесь нету. А. Just follow the worker bots. They'll lead you out of the hall. Я тебя понял. Окей.
Ты что думаешь, я тебя не убью? Да, будем, короче, быстро продвигаться. Запердон, дурацкое имя, но выкладывай его круто. А дальше тебе придется справиться в одиночку. Просто иди. Окей, юзаем трамплин. Вау. Черт. Чувствую, я здесь много потрачу. Много потрачусь. Блин, если бы мне... Ладно. Так, да, вот эти трамплины. Хотя, походу, мне только по трамплинам нужно было передвигаться. Давай. Так, все. Охерел? Откуда ты появился? Не-не-не, нужно восстанавливаться. Я так не выживу. Так, все, валим. Thanks, Mox. I appreciate it. I'll send you the blueprints now. All right, I've got a plan. Roland and Lilith, head to the station's reactor. Jack, I need you and your Vault Hunters at the Eye of Helios itself. Once everyone's in place, we should be able to shut the laser down and save the moon. I know. Да-да-да, отхил. Мне нужно понять, куда бежать. Так, прорвать.
Так, открылись врата, да, мне получается, или нет? Мать, оружие высокого уровня. А я использовать не могу. Так, лам, патроны собираем. Как раз. Ага, мне через низ нужно было идти. Не, ну вас нафиг. Ну вас нафиг. Давай, давай, хилься, хилься. Подрыв... Ох, нихера себе. Турельки, да. Так, вижу. Okay, what about this? If we set off a chain reaction in the plasma conduits, it'll blow a hole in the station, and you can climb through to reach the laser. You'll have to destroy the plasma regulators. Ладно, хорошо. Find them and break them. Whoa, whoa, whoa! Did I hear you right? Blow a hole in the station? What are you... Yeah, that sounds crazy irresponsible, huh? You should probably fire me. Oh, wait! Так, нужно в самый низ, да? О-о-о! Так, а как мне тогда? А, так он тут небольшой. Ну так его тут много. Свалил он. Да. Готово. Some explosive decompression. Try not to get sucked out into space. That's one down. Kill the other one, and I can blow some stuff up. Ой-ой-ой. Куда теперь? Ни хрена себе! Ни хрена, ни хрена, ни хрена. Else can't stop.
Не, это жестко, это жестко. У меня просто хп не остается. Меня убивает. Ну хотя мне само. Начало. Да ладно. А не, я думал аж с самого начала. У меня кислорода хватит. Жизнь, я не на тот трамплин, да, прыгаю? Ладно, плевать. Так, следующий отсек пошли уничтожать. Что вот это за щит? Это враг такой со щитом? Так, перезарядиться. Так, готово. Ну нафиг отсюда. Юзаем. Юз. Ага. Хорошо. Достаточно далеко. Отлично, тогда. Еще чуть-чуть. И? Бабах, даже признать разрушение довольно. И воздух нужен. Все, можно выходить. Пройдите в вентилятор Гелиуса. И где это? Ага, сюда. Отлично. Прямо попал туда, куда надо. Вон вход, заходи. Так, смесители позвали создавать под так потрясающие вещи из ненужного мусора. Ой, точно, сколько у нас лунных камней? Нужно будет прокачать снайперку, потому что у нас же теперь будет порезанный магазин. Значит, больше снайперки патронов нужно будет. Это, скорее всего, компенсировать можно будет с каким-то с помощью предметов. Плюс это считай, что у нас... Так стоит на плюс 20 патронов. Предмет. Make your way to the command center, Sugar. You might be able to shut the laser down from there. Hey, I need to test the loaders, so I've just got a few hiding around as maintenance bots. Ignore them. Так, емкость, да хера емкости. Thank you. Это тоже хорошее. Так, стоять. Жетон безбашенности. Их урон, урон должен быть точности. Урон. Так, вот это та-та-та. Инвентарь. Продать.
там готово. Ох ты ж, ё-моё. А это мы где? Лунная станция запуска. А если эти сейчас дурочки встанут? Понятно, где пушка работает. Так, это ты? Ни хрена! Ни хрена! А нормально, что они уровня какого? Они меня херам разнесут. А, точно. Я его заблокировал еще до того, как захватила что-то там. Это жестко, слушайте, не очень жестко. Я не уверен, что мне хватит урона, чтобы убить даже. Давай, давай, давай. Окей, я сейчас. О, хорошо, здесь у нас есть телепортной спуск. Отлично. Но там они 23 уровня. Ну их нахер. Вот задание появилось. Я сейчас включу свет. Типа возвращайся туда, да? И здесь я могу взять его. Давай, открывай, я туда пойду внутрь. Внутри лазера есть энергетическое такое питание, всю систему подойти к дистанции. Удаление включения. Ошибка системы заблокирована. Зарпадон заблокировал доступ. Выходит, придется требовать лазер по сторонам, так, руками. За что у нас справа? Иди сюда. Ну ладно, у тебя. О, меня сейчас как раз апнут. Так, погнали. Ту-ту-ту. Минус еще один патрон. Не, туда все-таки придется идти. Then we're decided. There should be a doll courier nearby. Find him, kill him, and take the evidence he was going to archive. You can tell couriers apart by their bright red armor. I love you right there. Goodness! Well, I'm just tickety-boo! Just lost my shield! Ay, ay, ay. Так, ладно, мне нужно вообще просто пробежать и взять задание и уйти. Поэтому, ну тебя нафиг, о, камень! Ни хера их там. I am gonna need more test data, though. One of Zarpadon's soldiers wants to defect to our side, so why don't you convince him to go for a ride in the moonshot cannon? There's a lucky winner. Ask him if he'd be up for trying out a moonshot ride. Aye, aye.
Ай-яй-яй. Так, что мне там нужно было? Не хотите, чтобы мы вами выстрелили из лунной пушки? Это очень весело. Нет. Ну, можно так понять, если возвращайся. Заманить солдата в контейнер. Офигеть! Вечер пиццы! Ага, попался. Какого черта? Выпустите меня отсюда! А, так, остается со мной. Так. Теперь достаточно контейнера на наверх и позаботиться о том, чтобы ничего не произошло. Никто не смеет обмануть меня. Тем более с пиццей. Это рядовой Ферро. Я нахожусь на станции лунной пушки. Мы захватили искателя хранилища из отряда... Искателя хранилища? Всем отрядам срочно отправиться туда. О, черт. А, так они его ломают, ё-моё. Оно не трогать. Оно не трогать пушку. Оно не трогать. Спасите меня, искать хранилище, осталось уже выстрелить. Все. Так? Или нет? Да. Следующий огонь. Готово. Теперь мне только нужно до хера патрон на снайперку. Это уже второстепенная миссия. Полетели. О, отлично. Эй, ребята. Он живой? Наверное, с ними все в порядке. В любом случае, искатель хранилища вас ждет награда. Короче, давай еще что ли хочешь мне одно дать? Выдвинуть стойку для загрузчиков. И патроны нужны. Medic! Well, Eric, I want contact!
Второе дыхание получено. Там онать вы надоели. Почему я сдох автоматом? Почему я сдох сразу? Какого черта? В смысле, задание провалено? Ой, как они его взорвали? Там оставалось, ну, капельку. Так, все. Сейчас этот у меня зарядится, будем атаковать. А так у меня на все оружие это херь. Ё-моё. Я думал, он только на снайперку. Something with the loaders. Blow them apart. Same deal as last time. Just get them to the moonshot cannon and make sure they don't get blown to hell. Блин, вот это меня бесит, враги. Как они вообще умудрились сломать мне эту стойку? В смысле, вот как, чем они уже ломают мне? Кто стойку эту так дергает? Я не буду это проходить миссию. Потому что это пиздец. Почему у врагов? Боже. Херня в том, что у них у всех взрывны вот эти пули. Давай, давай, давай. Довезу, так уж и быть вас тоже. К ним не медлите. Все. Все, все, все. Стреляй в луну. Сейчас стрельну.
Долгая миссия. Ну, щит хотя бы долго держится. Давай, давай, да, это красиво. Sound system up to that thing, so it plays off for every time it fires or something. God, that is so cool. All right, what do we got? Did the loader? Так, даже. Так, актуальная информация, мы в порядке. Транспортировка пушкой прошла успешно. Все, неужели? Так, выключить лазер. Джек, да, просит. Не открыто. Что-то при слове мозг восхитительно повышает ужас. Не открыто, не открыто. Как это понять, не открыто? Лазерная пушка. Чё они так быстро сильно меня пробивают? Это жопа. Пипец, у меня пуль. Мне нужно быстро патроны. Не, а где там Джек? Джек был. Так, магазин. Джек, где у тебя здесь станция была, я видел? Здесь, не здесь. Так, ладненько. Миссии. Исследование из-за... Так, нужно будет сюда отправиться. Красный цвет. Взрывная штука. Короче. Давайте лучше здесь я, короче, остановлюсь и в следующей серии продолжим. Я не знаю, что это у нас за миссия. Скорее всего, мне нужно найти вот эти голосовые записи. И как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч. Сейчас посмотрю, может там восклицательные знаки новые просто появлялись, да и все. Ну это что значит вот этот? Черни. Да, это просто восклицательные знаки в дохера. А давайте тогда на этом закончим, поэтому всем пока.